Вот это вот очередь, которая уже расходится после класса Виталия Клименко. Это все те, кто хочет узнать, что за трек был на мастер-классе, чтобы потом повторять, повторять и повторять. Мы быстро кого-то прямо сейчас поймаем. Как? Класс? Вообще классно. Я, если честно, вок не танцевала раньше. Вообще круто. А после здесь такие движухи и такие сложные хоряги, а тут только руки. Сложно переключиться? Сложно переключиться, но я надеюсь, у всех получилось, потому что Виталик зарядил, супер было, классно. Класс, спасибо. Класс, Виталь, мы с тобой виделись в разных ситуациях. Когда мы виделись на уроке, когда нас было 4 человека. Мы виделись на мастер-классе, когда нас было там 70 человек. И здесь лето, Сочи, огромная площадка и 120 человек. Кайфуешь от таких мероприятий? Конечно, это же самое крутое вообще, что может быть. Чем вот именно больше всего, просто для обывателя расскажи, чем отличаются вот именно такие вот огромные классы от всех остальных? Ну, во-первых, это мощный опыт работать именно в таком темпе. Uh-huh. То есть темп высокий, и, соответственно, мозг не успевает отдыхать. То есть это прям такой хороший прокач и мозга, и тела, и души. Вот. Ну, а во-вторых, когда много людей, это всегда много поддержки, и совершенно какая-то странная энергетика творится. Прям весело. Да. Спасибо тебе большое, очень круто было. Спасибо. Спасибо.